Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня украшаем торт на день рождения для женщины. Торт будем украшать в нежных тонах. Разъемную форму сердца покупала в магазине Baker's Store. Для наших зрителей в этом интернет-магазине действует скидка 5% по промокоду Елена С. Ссылку на магазин, а также кодовое слово оставлю в описании под роликом. Диаметр формы 25 сантиметров. Украшать будем белково-заварным кремом. Ссылки оставлю в описании под роликом. В часть крема добавляем малиновый краситель фирмы Top Decor. Делаем нежно-розовый цвет. Сначала сделаем черновое покрытие. Скрепляем крошки. Теперь делаем чистовое выравнивание. В остаток розового крема добавим еще малинового красителя, чтобы сделать более насыщенный цвет. Круглой вырубкой диаметром 8 см сделаем оттиск сбоку торта в форме полумесяца. Мешком с тонким отверстием рисуем узоры, чтобы придать ажурность. Чтобы узор смотрелся законченным, сделаем вот такой орнамент. Низ и верх торта также сделаем ажурным.
часть крема добавим немного бежевого красителя. Нужно добиться слегка кремового оттенка. Розы будем крутить на кукурузные палочки. Насадкой большая роза. Выход лепестка 4 сантиметра. Отсадим розы сбоку торта. Также отсадим розы внизу. Листья будем отсаживать насадкой листик. Крем окрашивала зеленым и желтым красителем. Фирма Топ Декор. Положим поздравительную надпись. Окантовку сделала насадкой «Малая открытая звезда». Друзья! Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного. До новых встреч!